Югорского тхэквондиста Максима Храмцова поздравила с победой губернатор Югры Наталья Комарова. Спортсмен из Нижневартовска стал первым чемпионом мира в истории российского мужского тхэквондо. Накануне югорчанин победил двукратного финалиста чемпионатов мира Никиту Рафаловича из Узбекистана. Напомню, на пути к золоту мирового чемпионата Максим Храмцов выиграл у бойцов из Андорры, Испании и Южной Кореи. В обращении к чемпиону губернатор отметила, цитирую: «В напряженном финале вы выдержали настоящую битву характеров и доказали, что являетесь победителем». Особые слова благодарности тренерам, специалистам, чья профессиональная работа стала важнейшим слагаемым этого успеха. Конец.